Только умирая, мы становимся свободными. Но в этот момент у нас нет возможности воспользоваться этой свободой. В нашей жизни стратегически ничего не происходит. Сколько бы ни прошло времени, мы остаемся теми же самыми. Изменений никаких нет. И всему этому способствует личная история, в которую мы вцепились руками, ногами, зубами и не хотим отпускать. Мы даже не осознаем, что мы в нее вцепились. У нас есть иллюзия, что мы меняемся, развиваемся, эволюционируем. Это заблуждение. В процессе умирания уходит наша способность контролировать, управлять за счет своей воли, за счет своего внимания, эту хватку. Мы начинаем видеть все по-другому.